в этот раз представляем коллекцию Николая Терюхина. Вот, я в его одежде, очень удобно. Ничего не жмет, смотрите, как все лаконично. Мне все очень нравится. Меня зовут Анастасия Лазарева. Мне 17 лет. Я творческий человек. С детства занимаюсь вокалом и хореографией. Новое и необычное всегда притягивает меня. Привыкла добиваться своей цели. Чем сложнее и труднее она, тем более значима для меня победа. В этом году я заканчиваю школу, но точно знаю, что где бы ни оказалась, всегда буду вспоминать с особой теплотой и любовью мой родной город. Для меня Котлас – это тихие улочки, маленькие и уютные дворики, красивый парк, белокаменный храм на берегу реки и, конечно, добрые и милые люди. Я люблю свой город и горжусь им. Котлас – это моя душа и мое сердце. Я Баева Анастасия, мне 16 лет. Учусь в 10 классе Шипицынской школы. Считаю, что каждая девушка должна быть привлекательна не только снаружи, но и внутри. С детства мечтаю заглянуть в каждый уголок нашей планеты. И мне очень нравится познавать окружающий мир, делать новые открытия, знакомиться с разными людьми. Я долгое время жила в Котласе. Люблю его за тихие вечерние улицы и цветущие парки, пропитанные запахом сирени и майской зелени, за приветливых прохожих. Котлас – это моя родина, моя семья, мои друзья, мои наставники. Он – столица мира, столица моего мира. Показ новой коллекции архангельского кутюрье на фестивале «Восторг весны» стал для девчонок отличным стартапом. Терюхин остался доволен, и это, пожалуй, главный комплимент для наших красавиц. Все соответствует, скажем так, российским стандартам, и образ, и походка. Я думаю, что мы еще их обучим, и финалистки будут выглядеть, скажем так, на уровне, на областном конкурсе «Мисс Архангельск». До финала конкурса красоты, который пройдет в Котласском ДК 8 апреля, осталось чуть больше 2 недель. От многообразия репетиций, встреч и тренировок девчонки заметно подустали. Чтобы трудоголизм не сказался на здоровье, красавицам помогает психолог. Он объясняет, как правильно распределить нагрузку и получать от внезапно свалившихся перипетий только положительные эмоции. Я устала только от переездов. Я не могу не приехать в Коряжму, потому что у меня там репетиции. А так мне все нравится. Год за годом летит, я в Коряжме живу. Я Светлана, поэтому жизни света я жду. В институт поступила, в Сыктывкаре учусь. 19 уж лет, как по жизни я мчусь. Столетний град, послание тебе я посвящаю. Письмо признания к нему я прилагаю. Есть у меня свой, он родной, понятный. Но ты особенный, особенно занятный. И чувства разные к тебе во мне витают, когда навстречу снова приезжаю. Год для тебя особенный, и в этом твоя стать. Столетний юбилей пришла пора встречать. И с искренней душевностью тебе я говорю, за все твои возможности я так тебя люблю. В год светлый, замечательный, я вновь к тебе иду. С надеждой и трепетом взаимности я жду. Я Даша Попова, мне 16 лет, и у меня самая золотая пора – студенчество. Считаю себя активным и позитивным человеком. Постоянно стремлюсь узнавать что-то новое, ведь жить так интересно. И мой родной город Котлас помогает мне найти себя. Вот смотрите, Дворец культуры повлек меня в чудесный мир танца. Школа искусств «Гамма» подарила мне встречу с волшебством музыки. Детско-юношеская спортивная школа «Салют» привела любовь к баскетболу. Поступив в педагогический колледж, я выбрала будущую профессию. Мне нравится мой Котлас, потому что это город стартовых возможностей. Это результат уличной фотосессии с котласским фотографом Анной Огар. На фотосете, который прошел в конно-спортивном клубе «Три богатыря», финалистки предстали в образах испанских див, русских красавиц и царских особ. Я была в образе весны. Это нежность, то есть весна вообще пора, когда все расцветает, все такое милое. И я считаю, что этот образ мне подходит. Девочки меня очень удивили.
Я думала, что будет очень капризничать, потому что погода была не очень хорошей, был сильный ветер. Я очень довольна, кадры получились очень классные, эмоциональные. Меня зовут Елизавета Евтюкова, мне 16 лет. Я учусь в 10 классе лицея номер 3. В свободное время люблю слушать музыку и рисовать. С удовольствием занимаюсь танцами. Также мне нравится просто прогуливаться по городу с друзьями. Котлас небольшой, но такой родной и уютный. Он подарил мне массу эмоций и чувств. Здесь я пошла в первый класс, встретила своих друзей. Впервые вышла на сцену, получила первые цветы. Все эти события пазлом складываются в одну картинку. Мою жизнь в моем городе. А вот на съемках прогноза погоды эмоциональность девчонкам не пригодилась. Здесь главным критерием была сдержанность и правильная подача текста, ведь он хоть и небольшой, но имеет свои особенности. Первый опыт, естественно, сложновато. Есть какие-то трудности, но это все преодолевается, и, естественно, мне кажется, будет неплохой результат. Здравствуйте, с вами я, Екатерина Ралдугина, и расскажу о погоде на 23 марта. Я Екатерина Ралдугина, мне 16 лет. Моя стихия – вода. Мне очень нравится плавать. Имею первый взрослый разряд по плаванию. Благодаря этому спорту научилась терпению и уважению к соперникам. Научилась ставить цели и добиваться их. Я считаю, что все в жизни взаимосвязано. Спорт – это здоровье. Здоровье – это красота. Красивый человек обязательно добрый. Я люблю свой город. Хоть он и маленький, но очень родной. Я рада, что в нашем городе многое делается для развития спорта. А значит, мы, молодое поколение, будем здоровыми, красивыми и добрыми. Спасибо тебе, Котлас. Результат Екатерины Ралдугиной, Светланы Селяковой и Анастасии Боевой зрители уже успели оценить в первых выпусках прогноза погоды. А вот Дарье Поповой, Анастасии Лазаревой и Елизавете Евтюковой еще предстоит примерить на себя роль синоптиков. Выпуски с их участием выйдут на Котласском телевидении уже на следующей неделе. Больше не нужно продумывать развлечений на детский день рождения. Батутный парк «Флай» – веселье выше неба. К вашим услугам аниматоры и тренеры, акробатика не только для детей, но и взрослых. Занимательный мини-скалодром, поролоновая яма, групповые тренировки. Незабываемый отдых для всей семьи. Звони прямо сейчас или приезжай на Маяковского, 44, в торговый центр «Южный». Много ли нужно для хорошего настроения? Всего лишь достойная пара из новой весенней коллекции отдела Гасса. Итальянское качество, стильный дизайн и комфорт – то, что нужно любой женщине, чтобы быть настоящей королевой. Ботфорты, классика, ботильоны и шпильки – весь мир у ваших красивых ног. Мужские ботинки турецкого производства, сезонные скидки и уникальные сумки. Все еще ищите пару? Она ждет вас в отделе Гасса, ТРЦ, столица, второй этаж и ТЦ «Кристалл», первый этаж. Новые идеи для него в весенней коллекции LTB. Одежда для успешного и уверенного в себе героя. Комфортная, стильная, функциональная для работы, встреч с друзьями, прогулок и вечеринок. Джемперы, рубашки, поло, брюки и куртки. Одевайся так, как удобно тебе. Ну а для нее в LTB платье, костюмы, блузки и многое другое. Все, чтобы быть всегда в центре внимания. Продуманные силуэты, универсальные модели, последние тренды. Зимняя обувь за полцены. Хочешь быть на высоте? Одевайся в LTB, ТРЦ, столица. Второй этаж. Весна – время для воплощения в жизни самых смелых решений. Ультрамодный дизайн, комбинированные материалы, стильный декор и актуальные оттенки – то, что нужно для вашего нового яркого образа. Добавьте в свой гардероб самые трендовые новинки сезона и встречайте весну во всеоружии. Ждем вас уже сегодня. С любовью, Ева, на Маяковского, 20. Есть прекрасный магазин в Котласе, такой один. Здесь найдете украшения, наборы для увеселения, картины разных образцов, коллаж с часами, без часов – сейф и ключницы для дома, гжель и оникс всем знакомы. Статуэток ряд большой, кошельков, обложек, строй. Все здесь качество гарант. Приходите в «Вариант».